Уважаемые коллеги, дамы и господа, наши переговоры с президентом Республики Кипр, господином Никосом Анастасиадисом, прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Мы обменялись мнениями по всему спектру двустороннего взаимодействия, ключевым международным и региональным проблемам, наметили ориентиры для дальнейшего развития нашего сотрудничества. В этом году, в августе, исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Российско-кипрские связи всегда были по-настоящему дружественными и взаимовыгодными. Сегодняшняя встреча в полной мере это подтвердила. Двусторонняя договорно-правовая база насчитывает более 40 соглашений. Только что подписан целый ряд новых документов. Среди них совместная программа действий на 2015-2017 годы, которая нацелена в том числе и на активизацию экономического взаимодействия. В 2014 году товарооборот, к сожалению, сократился. Это вызвано в основном конъюнктурными факторами, падением цен на нефть, нефтепродукты. Негативное влияние оказали также и антироссийские санкции ЕС, и наши ответные меры. Резко сократились поставки кипрской сельхозпродукции на российский рынок. Однако убежден, действуя сообща и целенаправленно, мы можем выправить ситуацию и вернуть взаимную торговлю на траекторию роста. В сфере инвестиционного сотрудничества у нас традиционно высокие, если не сказать очень высокие показатели. Кипр занимает второе место по объему инвестиций в российскую экономику – 65 миллиардов долларов. Ну, мы понимаем, что в значительной степени это репатриация капиталов, но если это проходит через Кипр, это тоже неплохо, когда наши деньги возвращаются для того, чтобы работать в нашей экономике. В свою очередь, российские инвестиции на Кипре также выражаются в очень солидные цифры – 33 миллиарда долларов. Это более чем 80% всех иностранных капиталовложений на Кипре. На кипрском рынке активно работает Сбербанк, Русский коммерческий банк – это дочка ВТБ. Он включен в тройку крупнейших системообразующих кредитно-финансовых учреждений страны. Мы условились всячески поощрять компании и банки двух стран к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества. В этом плане рассчитываем на энергичную работу межправкомиссии и делового совета. Россия продолжит оказывать содействие Кипру в ликвидации последствий долгового кризиса. Мы выделили, как известно, крупный стабилизационный кредит в размере 2,5 миллиарда евро. Пошли навстречу и реструктурировали займ на более выгодных условиях. Кроме того, ВТБ «Капитал» совместно с Минфином Кипра успешно провели первое после кризиса размещение суверенных кипрских еврооблигаций на сумму 750 миллионов евро. Мы считаем, что таким образом Российская Федерация внесла и вносит свой позитивный вклад в нормализацию ситуации в еврозоне после непростого периода 2011-2013 годов. Разумеется, в ходе наших переговоров затрагивались вопросы гуманитарных контактов, подписана программа сотрудничества в области науки, образования и культуры на 2015-2018 годы. В завершающей стадии подготовка соглашения о взаимном признании дипломов. В прошлом году мы отпраздновали 50-летие общества дружбы между двумя странами. В Никосии прошел благотворительный галоконцерт «Кипр-Россия» в Государственном музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. С успехом экспонируется выставка, посвященная Древнему Кипру. Кипр является одним из наиболее популярных мест отдыха россиян. В 2014 году остров посетили более 600 тысяч наших граждан. Это рост почти на 5%. Подробно обсудили с господином Анастасиадисом международную повестку дня. По большинству вопросов наши позиции близки или, как говорят дипломаты, совпадают. Обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в регионе Средиземноморья.
а также по основным проблемам развития отношений между Россией и ЕС. Россия подтвердила свою принципиальную позицию в пользу всеобъемлющего и справедливого урегулирования кипрской проблемы на основе резолюции Совета Безопасности ООН. Главной целью считаем достижение такого решения, при котором обеспечивались бы интересы обеих кипрских общин. Важно, чтобы взаимоприемлемые развязки выработали сами киприоты, без вмешательства извне. И в завершение хотел бы еще раз поблагодарить президента Анастасиадиса, всех кипрских коллег и друзей за обстоятельный разговор. Мы рады будем видеть господина президента на празднованиях по случаю 70-летия победы над нацизмом, которые состоятся в мае этого года в Москве. Благодарю вас за внимание. Друг господин президент, я хотел бы и публично выразить свое особое удовлетворение в связи с вашим приглашением и за возможность осуществить визит, а также самую теплую признательность за исключительно конструктивную и творческую встречу. Сегодняшние консультации имеют огромнейшее политическое и социально-экономическое значение. И помимо всего прочего, они свидетельствуют о важности, которую Кипр и Российская Федерация придают диалогу, ведущемуся между ними, с целью дальнейшего углубления их связей. Связей, которые не подвержены влиянию таких факторов, как военное сотрудничество одной или другой страны с третьими государствами, а также абсолютно понятно, что такого рода выборы не обращены против какой бы то ни было третьей страны. Они, напротив, нацелены на то, чтобы усиливать традиционные исторические связи между Российской Федерацией и Кипром, Кипрской, и Республикой Кипр. В ходе сегодняшней встречи с другом президентом у нас был искренний и эффективный обмен мнением по целому ряду вопросов, таких как кипрский вопрос, двусторонние связи и их дальнейшее укрепление. Третье, отношение Европейского Союза с Россией, естественно, в контексте украинского, недавно украинского кризиса и его результатов. И четвертое, международные региональные проблемы с упором на Восточно-Средиземноморский регион, в отношении которого есть общие озадаченности, общие обеспокоенности. Как вы понимаете, значительную часть наших дискуссий занял кипрский вопрос, так же, как и другие вопросы. Для нас особо важно то обстоятельство, что Российская Федерация относится к числу тех стран, которые традиционно поддерживают практически усилия по решению кипрского вопроса на основе принципов, которые зиждятся на основе уважения международного права, Устава Объединенных Наций и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Я пользуюсь случаем для того, чтобы публично высказать глубочайшую признательность как мою лично, так и всего кипрского народа за эту непоколебимую и бескорыстную позицию Российской Федерации по кипрскому вопросу, которая подтверждается, в частности, недавним проявлением, касающимся нарушения суверенных прав Республики Кипр внутри исключительно экономической зоны Республики Кипр, и также недавно тем конструктивным вмешательством, которое было осуществлено в ходе обсуждения резолюции Совета Безопасности по продлению мандата миротворческих сил ООН на Кипре. По продлению их мандата. Моим намерением, как я и по настоящее время делал, является всегда информировать Российскую Федерацию относительно наших целей и наших устремлений, касающихся процедур по будущему решению кипрской проблемы. Я уверен, господин президент, что Россия может сыграть определяющую роль в усилиях по изысканию жизнеспособного решения кипрского вопроса, решения, которое создавало бы условия стабильности в нестабильном регионе Восточного Средиземноморья, которое восстановило бы
права человека в отношении всего кипрского народа. Это касается и греков, и турок-киприотов. В то же самое время с другом президентом мы обсудили широчайший спектр наших двусторонних связей, что выразилось в подписании 11 соглашений. Это является определенным свидетельством того, что нашей общей целью является дальнейшее углубление, расширение наших традиционных исторических связей. Мне была предоставлена возможность передать мою искреннюю признательность по поводу пересмотра условий государственного кредита, который получил Кипр. Это было сделано Советом Федерации, а вчера эти условия были ратифицированы Пленумом Российской Государственной Думы. Мы обсудили, конечно же, как и ожидалось, отношения между Россией и Европейским Союзом, необходимость их дальнейшего укрепления. К сожалению, украинский кризис привел к такому результату, как применение санкций со стороны Европейского Союза в отношении России, что создало проблемы в отношениях между Москвой и Брюсселем, что должно волновать каждого из нас. Как известно, Кипр с самого начала выступил в пользу конструктивного диалога с Россией, как самого подходящего средства преодоления кризиса. Одновременно он четко занимал позиции в поводу суверенитета и территориальной целостности Украины, а также восстановления уважения к правам человека, каждого законного гражданина Украины. Мы определенно заняли позиции в пользу разрешения кризиса политическими, а не военными и иными методами. Это нечто, что было выражено недавно на последнем сессии в Верхах в Минске, где прошла встреча между президентом Путиным, канцлером Германии Меркель, президентом Франции Олландом и президентом Украины Петро Порошенко. Мы признаем и приветствуем определяющего значения вклад президента Путина в достижение и осуществление минских договоренностей. В тот же самый момент я передал председателю Путину свидетельство нашей решительности в пользу того, чтобы создавать более благоприятные условия, с тем, чтобы как можно скорее было восстановлено и военное сотрудничество между Москвой и Брюсселем с целью достижения общих целей на благо всех народов, как Европейского Союза, так и Российской Федерации. Мы обсудили, так же, как ожидалось, постоянно меняющуюся ситуацию и угрозы, которые имеют место в районе Восточного Средиземноморья, например, терроризм, ксенофобию, религиозные различия и так называемое исламское государство. Все это ставит под угрозу саму цивилизацию и саму государственность Республики Кипр, как государство, которое имеет прекрасные отношения со всеми странами Восточного Средиземноморья, может играть определяющую роль в нашем общем устремлении по упрочению мира и безопасности в регионе. Дорогой господин президент, я считаю, что мой визит в Москву является рубежом для дальнейшего развития исключительных отношений между Российской Федерацией и Кипром, и результаты сегодняшних наших встреч подтверждают, как я полагаю, исторические, культурные, религиозные узы между двумя нашими странами, узы, которые испытаны временем и которые не подвержены вызовам. Они являются показательным уровнем дружбы и сотрудничества между нашими правительствами и народом. Еще раз я выражаю вам свою признательность, а в вашем лице правительству и российскому народу, всех тем, кто работает в моей стране и действует в направлении усиления взаимопонимания и солидарности между нашими странами и с Кипром. Еще раз большое спасибо, господин президент, за приглашение, за нашу сегодняшнюю встречу, за теплое гостеприимство, которое вы нам воздали. И желаю в скором времени встретить вас на Кипре. Уважаемые дамы и господа, сейчас мы начинаем пресс-конференцию. Президенты ответят на 4 вопроса, судя по оставшемуся времени, по 2.
для журналистов из Кипра и из Российской Федерации. Начинаем с наших гостей, пожалуйста. Господин Потамитис из радиокорпорации Кипра. Харис Потамитис, Рик. Вопрос президенту Путину и, наверное, президенту Анастасиадису. Регион Восточного Средиземноморья. Особо чувствительный регион, но у него есть перспективы. Как недавно было видно, вот в результате достижения договоренности между Кипром и Египтом в области энергетики. Вот военные соглашения, которые вы подписали, а также соглашения, которые покрывают сферу энергетику. Насколько они содействуют реализации вашей политики? Спасибо. Господин президент уже сказал, мы дружим между собой не против кого-то, а для реализации наших общенациональных задач, на благо наших народов. И наше сотрудничество никому не мешает. Мы говорили, и сегодня вы видели подписание ряда документов, касающихся сотрудничества в военной сфере. Ну, например, это касается захода наших военных судов в порты Кипра. О чем идет речь? Это прежде всего наши корабли, которые принимают участие в международных усилиях по борьбе с терроризмом, по борьбе с международным пиратством и так далее и тому подобное. Я не думаю, что это может кого-то беспокоить. Это во-первых. А во-вторых, такая наша совместная работа, а в этом смысле можно говорить и о вкладе Кипра в эту совместную работу, уверен, будет приносить результаты по тем важнейшим и острейшим направлениям в борьбе с теми вызовами, с которыми мы сегодня все сталкиваемся, в том числе и в этом регионе мира. Что касается энергетики, то мы уже говорили о том, что оно составляет, это сотрудничество, значительную часть нашего взаимодействия. Но, конечно, есть перспективы. Мы знаем, что иностранные компании, и американские, и европейские, и азиатские, работают уже в исключительной экономической зоне Кипра. Многие из наших партнеров, которых я сейчас перечислил, в том числе и руководство Кипра, заинтересовано в более активном сотрудничестве и с российскими компаниями. Мы будем изучать эти возможности и не исключаем для себя более тесной работы. Но мы раньше проявляли к этому интерес, но, насколько я знаю, мы не выиграли тендеров, которые были ранее объявлены. Сейчас мы видим, заинтересованность это не исчезла со стороны кипрских партнеров. Повторяю еще раз, сегодня мы заявили о том, что мы готовы к продолжению и к расширению этого сотрудничества. Я думаю, что господин Путин сказал все. Я только разделяю все то, могу сказать, о чем сказал господин Путин. Пожалуйста, продолжаем. Российские журналисты. Телеканал «Россия», пожалуйста. Добрый день. Вопрос к обоим президентам, но, наверное, в первую очередь к президенту Кипра. Как вы оцениваете санкции в отношении России, санкции Евросоюза и контрсанкции России? Об этом уже было сказано сегодня, но все-таки хотелось бы подробности, как это влияет на экономику Кипра. Интересы бизнеса вам хорошо знакомы по предыдущему месту работы. Вот об этом поподробнее. Спасибо. Прежде всего, я хотел бы занять позицию относительно того, что считает Кипр по поводу этих санкций. С самого начала мы были за политический диалог, дипломатический диалог с целью разрешения украинского кризиса. Принципиально мы поддерживаем территориальную целостность и независимость Украины. Впрочем, как об этом заявлял и господин Путин, и как он делал это в ходе минских встреч в сентябре и в ходе недавней встречи с Оландом и Меркель, а также на февральской встрече в Минске, на встрече четверки, где также участвовали Порошенко, Меркель и Оланд. Мы полагаем, что дипломатия должна дать ответ, а не военные средства. В то же самое время остается нашей позицией то обстоятельство, несмотря на то, что мы, государство, член Евросоюза, обязаны следовать общей политике. Вместе с тем у нас есть собственный голос, свои взгляды.
прежде чем мы придем к окончательному выводу. Так вот, остается нашей позицией то, что какие бы санкции ни применялись против России, они отражаются на других государствах, членах Европейского Союза, среди которых, конечно же, и моя малая родина, которая во многом зависит от Российской Федерации. Касается ли это экономики, или сферы услуг, или туризма, либо обороны, либо солидарности по кипрскому вопросу. Следовательно, была масса причин для того, чтобы мы, если хотели, были умеренными, но вместе с тем откровенными и позитивными относительно предложений, при помощи которых можно было бы добиться с того момента, как мы увидели вот эту вот решительность в отношении применения санкций, выступать не за них. И я полагаю, что это ощущается нашими европейскими коллегами все больше, что меры против такой страны, великой страны, как Россия, ведут контрмерами со стороны России. И они имеют негативные результаты не только для Кипра, но и для целого ряда стран Европейского Союза, крупных промышленных государств в частности. Итак, я повторяю, что наша позиция остается прежней. Дипломатия должна дать решение проблеме, которая приобретает масштабы гражданского противостояния. Я повторяю, что наша позиция, да, территориальной целостности суверенитета Украины, защите прав человека, всех ее законных граждан, таким способом, при помощи которого можно было бы избегать крайности, которые сегодня, к сожалению, создают, вызывают несчастье и ущерб. И вообще это касается отношений Европейского Союза с Россией или других наших заатлантических союзников. Что касается нашей позиции, то она хорошо известна. Мы убеждены в том, что санкции и контрсанкции наносят вред и нам, и нашим партнерам. И об этом свидетельствуют сами европейские эксперты, которые считают, что еврозона понесла убытки исчисляющиеся десятками миллиардов евро. Но еще одно обстоятельство есть, на которое я хотел бы обратить внимание. Да, конечно, вот сегодня мы видим такой вот негативный сценарий, но я глубоко убежден в том, что сворачивание экономических связей Евросоюза с Россией неизбежно приведет к утрате известной доли конкурентоспособности всей еврозоны в среднесрочной, а тем более в долгосрочной перспективе, имея в виду колоссальные возможности наших природных запасов, имея в виду возможности в некоторых сферах деятельности, в которых Россия является очевидным лидером, ну, допустим, в сфере мирного использования атомной энергетики. Есть и другие сферы. Вот если мы все это будем сворачивать, то неизбежно, хочу это подчеркнуть, все это приведет к потере определенной степени конкурентоспособности еврозоны. Ну и на России это не лучшим образом сказывается. При принятии таких решений, полагало, было бы правильным, если бы эти решения принимались членами Евросоюза, исходя из национальных интересов, не просто исходя из каких-то непонятных общих соображений общего порядка, неизвестно кем формулируемым, а исходя из национальных интересов. Ну, вот, например, Кипр и некоторые другие страны, мы это видим, мы благодарны нашим партнерам. Я думаю, что защищая свою позицию, они защищают интересы всего европейского сообщества. Госпожа Филлипс из кипрского агентства новостей. Добрый день. Значит, я представляю кипрское агентство новостей. Мой вопрос президенту Путину. С одной стороны, президент, я хотел бы выяснить, как вы полагаете, может Кипр помочь улучшению отношений
России с Европейским Союзом, а с другой стороны, что, на ваш взгляд, может сделать Россия с тем, чтобы был создан более подходящий климат для возобновления переговоров по кипрскому вопросу? Спасибо. Давайте начнем со второго. Вы знаете нашу позицию, и я сказал в своем вступительном слове, мы исходим из того, что киприоты сами должны решать эти вопросы без вмешательства извне. Наша задача заключается в том, чтобы создать условия для выхода на такие взаимоприемлемые, сбалансированные решения. Мы строго придерживаемся принципов, основополагающих международного права, исходим из имеющихся решений Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Эта позиция не является конъюнктурной. Полагаю, что если мы будем действовать именно в этом ключе, то мы сможем добиться именно долгосрочного урегулирования, в чем заинтересованы все стороны в этом регионе мира. Уверен, что если это произойдет, то это пойдет на пользу народу Кипра, причем и северной, и южной части острова, да и всей Европе. Мы всячески будем к этому стремиться, и вы знаете, что мы свои позиции принципиально никогда не меняли. По поводу того, что может сделать Кипр в урегулировании наших отношений с Евросоюзом, ну, мы всех хорошо знаем, Кипр небольшая страна, но она равноправный член Евросоюза. И в этом смысле ее голос такое же имеет значение, как и других членов Евросоюза. Поэтому сама по себе позиция, которую Кипр открыто заявляет по ряду ключевых вопросов, она сама по себе представляет ценность, и мы за это очень благодарны. И заключительный вопрос пресс-конференции. Российское агентство «Интерфакс», пожалуйста. Интерфакс, Ксения Голованова. Я прошу прощения, что вопрос не по российско-кипрским отношениям, но, судя по поступающей информации, между Россией и Украиной назревает новый полномасштабный газовый кризис. Сегодня «Газпром» сообщил о том, что предоплаченных объемов хватит максимум на 3 дня. Одновременно выражает беспокойство, что остановка поставок может ударить по нашим покупателям газа в Европе. И сегодня же стало известно, что одним из условий возобновления предоплаты НАК «Нафтогаз Украины» объявил отказ «Газпрому» от поставок газа через пункты Прохоровка и Платова, то есть непосредственно на юго-восток Украины. Как, Владимир Владимирович, вам видится выход из этой ситуации? Есть ли угроза транзиту? И как все-таки может быть решен вопрос поставок газа на юго-восток? Неизбежно вернулись к тому вопросу, который уже затрагивали. Господин президент уже говорил об этом, как о причине ухудшения отношений России и Евросоюза. Это кризис в Украине. Мы упоминали сегодня также и о Минских соглашениях, которые были не только подписаны в Минске совсем недавно, но и потом зафиксированы в соответствующей резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Замечу в этой связи, что эти Минские договоренности приобрели качество международно-правового акта, и его нужно соблюдать. Почему я это сказал? Потому что в этих договоренностях есть одно из положений, касающееся восстановления экономики и социальной сферы отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. То есть то, что мы сейчас называем Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. В этой связи, конечно, и сегодняшние киевские власти, исполняя это положение, под которым стоит их подпись, должны обеспечить энергоснабжение этих регионов. Нам стало известно, что со ссылкой на якобы повреждения газопроводов со стороны Киева энергоснабжение, газоснабжение этих регионов несколько дней назад было приостановлено. Вместе с тем, «Газпром», исполняя контракт, подписанный еще в 2009 году, и дополнение к нему от октября прошлого года, в полном соответствии с этим контрактом, в рамках предоплаченных средств поставляет газ на Украину в объемах, которые Украине нужны.
В этих контрактах указаны и те пункты пропуска, о которых вы сейчас сказали. И в контракте в самом, и в техническом приложении к этому контракту. Так что никаких нарушений «Газпром» не совершает. Что касается, поврежден газопровод в эти районы или не поврежден, мне доподлинно неизвестно. Но я знаю, что там проживает около 4 миллионов человек. Вот представьте себе, что эти люди окажутся без газоснабжения в зимний период времени. Мало того, что там голод уже, так? И так без того ОБСЕ констатировало, что там гуманитарная катастрофа. Да еще и газоснабжение их отключить. Это как называется? Это уже геноцидом попахивает. Судя по всему, нет у некоторых ответственных руководителей сегодняшней Украины понимания, что такое вопросы гуманитарного характера, что такое гуманизм вообще. Само понятие, по-моему, уже совсем подзабыто. Я вообще не понимаю, кто это мог бы поддержать. Когда мы обсуждаем вопросы подобного характера с руководством Украины, говорим о необходимости возобновления выплаты пенсии, пособий социальных и так далее, в ответ мы слышим одно. Они с нами воюют, ничего платить им не будем. Ну хорошо, там есть люди, которые действительно с оружием в руках отстаивают свои права и интересы. Там есть такие люди. Сейчас не будем дискутировать по поводу того, кто в чем виноват. Но там есть и дети, и женщины, пенсионеры, которые заработали свои пенсии, начиная еще с советских времен, и имеют право на эту пенсию. Есть инвалиды, в конце концов, которые вообще в стороне от всяких конфликтов. Кто имеет право оставить их без средств существования? Или украинские власти считают, что это своей территорией, и тогда они несут всю ответственность за ситуацию там. Ну или тогда это не так, пусть они открыто об этом скажут. «Газпром» полностью исполняет свои обязательства контрактные и будет это делать. Предоплаты, которая произведена украинской стороной, осталась на поставку газа на четверо суток. Если предоплаты не будет, «Газпром» в соответствии с этим контрактом и дополнением к нему поставки приостановит. Разумеется, это может создать определенную угрозу для транзита в Европу нашим европейским партнерам. Наш министр экономики, руководство «Газпрома» в последние дни предпринимают энергичные попытки не только проинформировать, но и подключить к решению этой проблемы наших европейских партнеров. Надеемся, что вот до таких крайних мер не дойдет, и что газоснабжение не будет прерываться. Но это зависит не только от нас, это зависит от финансовой дисциплины наших украинских партнеров. Спасибо большое.